Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала, постоянные зрители! У нас очередной расклад на канале. И делаем такой расклад, такое гадание на тему, что у загаданного человека на сегодня на сердце к вам. Вот на данный момент, что у него на сердце к вам. Я буду делать интерпретацию как в отношении на мужчину, да, но как будто на мужчину мы смотрим, что у загаданного мужчины на сердце к вам. Ну, стараюсь говорить для тех, кто смотрит для женщин, на женщин, ну, вот как-то стараюсь говорить общими словами, чтобы вы тоже понимали. Но, в принципе, расклад я делаю в основном на мужчин. Интерпретировать я буду как вот что у загаданного мужчины на сердце к вам на данный момент. Сделаю расклад на Гёлде Таро. Красивая еще колода, тоже подарочная упаковка. Красивые очень карты, я их тоже люблю. Нравится мне очень. Будет, как обычно, 5 вариантов. Выложу карты-сигнификаторы сразу. Расклад небольшой. Один вариант, это примерно будет 5-7 минут, поэтому 5 вариантов. Так, что у загаданного человека на сердце к вам на данный момент? Первый вариант. Второй. Третий. И пятый вариант. Что у загаданного человека на сердце к вам? Эти карты я уберу лишние, чтобы они нам не мешали. Карты-сигнификаторы. Так, и начнем. Первый вариант. Что у загаданного человека на сердце к вам вот в настоящий момент? Король Пентакли. Рассказываю два варианта. Если вы дама замужняя, здесь просто по-другому никак не скажешь, если вы дама, у которой есть семья, либо у обоих есть семья, на сердце конкретно эта проблема, это такая ситуация, когда женщина находится в семье. Да? Здесь серьезные мысли, потому что выпало туз кубков с десяткой кубков, это конкретно мысли о семье, о будущем, о продолжении и так далее. Причем от женщины зависит очень многое, от женщины зависят все дальнейшие шаги, и женщина здесь либо разрушит, либо не разрушит предыдущий брак. Потому что четко понимает, что в тех отношениях, в которых вы сейчас находитесь, это просто дьявол. Это такая, знаете, как связь на физическом уровне, это желание, ну, ничего с этого конкретного не получится. Понимает, что если здесь будет только просто любовная связь, то рано или поздно все разрушится и пропадет. Поэтому первый вариант. Если вы дама замужняя, на сердце конкретно ваш муж, потому что в общих раскладах у меня муж, король Пентакли, либо император, и тема вашей семьи, потому что дама сильная, дама состоятельная, дама в успешном браке, в очень успешном браке, который... Вот он сомневается, можете ли вы его разрушить или нет, потому что на сердце у него мысли о том, что вы никогда из этого успешного брака не уйдете. Потому что здесь сомнение. Сомнение, ну, он тоже понимает, что отношения с ним это как по дьяволу, а у вас есть хорошие, стабильные отношения, и мысли о том, сможете ли вы их разрушить или нет. Второй вариант. Если вы, женщина, не замужняя, тогда его очень сильно волнует вопрос о действительно серьезном продолжении и о продолжении ваших отношений. Потому что король Пентакли – это человек, который вкладывается в отношения только в том случае, когда он видит в них будущее. Это не жадный король, это король, который именно за такие классические семейные отношения, да, он будет обеспечивать, но это такая классическая, ну, классический бытовой вариант. Муж, жена и мужчина обеспечивает, вкладывается в семью. Но он вкладывается только в свою жену. Это тот мужчина, который вкладывается в женщину, которая уже его женщина. В девушку, в любовницу, как правило, они не вкладываются. Только в те отношения, которые постоянные. И здесь конкретно на сердце у него ваше будущее. Брак, семья.
Но, всегда есть какое-то но. Здесь запутанная ситуация, боится очень много страхов, очень много иллюзий. Здесь могут быть какие-то и соперники, здесь могут быть какие-то мысли о том, что ничего не получится, ничего не сложится, потому что женщина очень интересная, женщина очень эффектная, и очень боится, что все это может быть разрушено. Но на сердце конкретно мысли о том, если вы совершенно свободны, если дама свободна. Расскажу еще третий вариант, в том случае, если мужчина не свободен, потому что общий все-таки расклад. Если два человека свободных, тогда конкретно мысли о том, вкладываться в эти отношения, не вкладываться, получится этого семья, потому что он хотел бы с вами создать семью. Здесь сомнения, очень много страхов. Восьмерка мечей — это когда человек придумывает себе разные опасности. В таком сочетании это когда боится делать шаг вперед, боится действовать, потому что думают, вот как, король пентаклей, вот все это временно, все это не это краткосрочно, оно все разрушится, я все потеряю, потому что человек с финансовой точки зрения все просчитывает всегда, он вкладывается только, желательно ему вкладываться только в прибыльные проекты, либо долгосрочные проекты. У него страхи, что это все разрушится, поэтому есть сомнения. А вообще мысли серьезные, на сердце у него семья. Если это ваш муж, то конкретно он думает о том, какая вы страстная, желанная. Здесь первые три карты, они просто шикарные. Хочет, желает, гордится вами, думает о вас, мечтает, вообще наслаждается тем, что вы его жена, но боится того, что рано или поздно женщина может уйти из этих отношений, может все это разрушить. Если мужчина женат, вот уже четыре варианта даже получилось, почему всегда говорю, что надо делать индивидуально, если мужчина женат, потому что король пентаклей, это может быть не просто король земного знака зодиака, а мужчина еще и женатый, тогда у него на сердце мысли о том, что можно разрушить стабильные отношения, в которых он находится. Здесь конкретно тематика будмысли связана с разрушением стабильного, хорошего брака. Своего брака, вашего брака. Да, это по дьяволу, да, это не совсем, возможно, как-то справедливо, не совсем красиво, но поэтому оно и на сердце у него и томится. Эти чувства, эти мысли, вот эта вся ситуация. Поэтому вот такой, в принципе, вариант хороший, потому что многие женщины всегда мечтают о том, чтобы мужчина вообще как-то задумывался над той ситуацией, в которой они находятся. Здесь действительно мужчина либо думает о вашем муже, либо думает о своем статусе как мужа, либо конкретно задумывается о вашем будущем. Но первое, конечно, то, что мне пришло, это то, что женщина в отношениях, и он надеется на то, что женщина наберется сил и сможет как-то разрушить вот свой стабильный брак. Причем женщина, если находится в браке, то она находится в очень хорошем, выгодном браке, очень успешном браке. Второй вариант. Давайте посмотрим, что у загаданного человека на сердце к вам. Расстояние, мир. На сердце у него расстояние. Это первое, что идет. Конечно, мир — это расстояние. Также это может быть и завершение, и начало нового. Да? Как я люблю говорить, это либо ты для меня весь мир, либо прощай и оставайся с миром. Да, прощай с миром, друг мой золотой. А вообще, конечно, на сердце у него расстояние. Посмотрим, с чем конкретно связано. Тяжело ему с такой сильной женщиной. Отношения на расстоянии. Либо вы на расстоянии, либо просто человек думает, чтобы к вам приехать. Потому что на расстоянии это может быть разные страны, мир. Это могут быть разные города, а может просто разные улицы. Сейчас находитесь не вместе. Второй вариант, вы не проживаете вместе, сразу для того, чтобы вы отталкивались, ваш вариант или нет. Здесь люди не проживают вместе, это свидание, какого краткосрочного характера, общение, либо отношения на расстоянии, когда люди проживают далеко друг от друга по переписке. Думает о том, чтобы к вам приехать. Женщина очень сильная, женщина очень успешная, женщина очень состоятельная. Ему, в принципе, от этого очень сложно, потому что... Знаете, когда вот десятка жезлов с дамой жезлов, это мужчина страдает от того, что женщина достаточно обеспеченная, женщина достаточно самодостаточная. Потому что в таком сочетании
Ну, здесь может даже мужчина как-то и планы на вас строить, но план не совсем будет чистого характера, потому что он это ценит, он очень хорошо ценит, что вы очень женщина успешная, состоятельная и так далее. Второй вариант может проиграться, может вас использовать просто как не использовать, а хотеть с вами, если мужчина не свободный, тогда просто с вами встречаться. Но вы достаточно сильные, успешные, вас просто так не обманешь, вы четко понимаете, что ну, вот его планы, вам его очень легко раскусить, поэтому тоже ему от этого тяжело, но хотел бы выстроить с вами стабильные отношения любовного характера. Если точно не любовники, будьте осторожны, потому что все равно какие-то... Вот, ну то, что осторожно, плохого он вам ничего не сделает, он хочет с вами общаться, он хочет с вами идти в будущее, но здесь есть какая-то выгода. Вот в чем выгода у загаданного мужчины по отношению к вам? Ну, либо вы женщина с хорошим наследством от бывшего мужа, да, потому что здесь идет император, карта наследства, снабжение, стабильное спонсорство от императора. Либо вы женщина, которая имеет хорошее наследство после мужа, либо здесь четкое понимание, что ему очень выгодно быть вашим мужем, потому что тогда вы по отношению к нему становитесь спонсором, благотворителем и обеспечиваете ему такое теплое, комфортное, стабильное проживание. Потому что вас спросил, в чем подвох? Подвох именно вот в обеспечении, в спонсорстве. А вообще, на сердце сложно ему вас обманывать. Хочет он с вами встречаться в паж кубков, всадник кубков. Вы ему очень интересны, как женщина. Он хочет с вами продолжать отношения. Очень сложно, тяжело. Мужчина в вас заинтересован, но мужчина такой, знаете, очень продуманный. Ему вы очень выгодны. Должны понимать сами, в чем вот выгода, да? Ну, выгода может быть любая, да? Кто-то в чувствах, кто-то в эмоциях, кто-то в проживании, кто-то в деньгах. Кто-то в каких-то... Так, карту не сложила. Кто-то в связях. Ну, в любом случае, вот я доставала дополнительные карты. Там выпал император с картой комфортного спонсирования. Регулярного. Четверка еще жезлов. Это регулярные денежные поступления. Поэтому он вас рассматривает как женщину достаточно обеспеченную, выгодную, с которой нужно строить отношения. Третий вариант. Что у загаданного человека на сердце к вам? Тайная жрица. Тайная жрица. Слушайте, видите, вот мужчины у нас продуманные пошли. Хитрецы. А женщины успешные. Здесь ему действительно... Так, ладно, давайте все выложу. Так, рассказываю несколько вариантов. Если мужчина не свободный, тогда думает о том, вот у него на сердце конкретно мысли о том, чтобы уйти из семьи. Потому что тут такой дьявол. Дьявол с башней, может еще быть, просто я не могу об этом не сказать. Когда из семи карт выпадает тайная жрица, дьявол и башня, здесь может быть какое-то воздействие на человеке. От вас, от другой женщины, от кого угодно, оно может быть. Давайте посмотрим, если на человеке магическое воздействие. Да, потому что тут вот бабки не ходи. Сделано на одиночество, сделано на то, чтобы мужчина не мог построить стабильные отношения. Смерть – это всегда сигнификатор профессиональной магии, когда обращаются к профессионалу и платят за это деньги. Может делаться еще там через кладбище, через... ну и так далее. Специалисты знают. Отшельник и четверка, чтобы человек не мог создать других отношений, либо вообще отношений, вот на человеке стоит как клеймо такое, он не может долго находиться в стабильных отношениях, потому что здесь тоже у него мысли уйти из семьи, уйти из отношений, либо вообще не строить отношения, потому что как не идти в семью, а уйти из семьи. Здесь разрушение любви, человек холодный, неэмоциональный, закрытый, еще и тайная жрица сигнификатор. Здесь... Мужчина может чудить, здесь мужчина может быть неадекватным, вот вообще неадекватные действия какие-то совершать. Потому что если он даже хочет уйти из семьи, если у него есть такие мысли, это по дьяволу. То есть это не его собственные мысли, от дьявола идет. Сложно, конечно. Если вы совершенно свободны,
здесь такая тоже сексуальная привязка, но говорит о том, что пока семью человек не хочет, но если вы на его условия не соглашаетесь, он даже готов разрушить эту любовь. Человек холодный, человек на эмоциональные чувства показывать не будет, будет от этого закрываться. Если все не свободны, если это четырехугольник, тогда тоже все равно будут мысли о том, чтобы разрушить. Ну, здесь надо смотреть, потому что очень много карт, которые, в принципе, считываются не как действие, а как влияние. Поэтому мне их тяжело читать. Это идет на физическом уровне разрушение у человека. Поэтому даже если у вас четырехугольник, здесь будут хотеть, и чтобы вы ушли, и чтобы он ушел. Или вообще будут готовы, знаете, как сложен такой вариант третий, такой грязный даже немножко. Здесь как готов пожертвовать чувствами, любовью, семьей. Видите, по вертикали семья с любовью. Это хороший брак, это хорошие отношения партнерские, это полноценные отношения партнерские. А здесь разрушение по дьяволу, и мужчина готов жертвовать своими эмоциями, чувствами, вообще закрыться и уйти, куда глаза глядят. Вариант специфический, поэтому на сердце, ну что, на сердце у него безумные переживания. Хочет сбежать, хочет уйти и вообще ничего не хочет. Он сам не знает, чего он хочет. Сигнификатор тайная жрица. Вообще, тайная жрица часто говорит о том, что не надо лезть туда, да, как-то все закрыто, потому что все покрыто тайной, все покрыто туманом. Сложнейший вариант, сложное. Вот если смотреть любовные отношения, тогда мы чисто считываем тайную жрицу как любовницу. Здесь нет, здесь энергия сигнификатора, это вообще читаем, называется, через защиту, через тайну. Может, еще на человеке стоит защита, но здесь воздействие есть конкретное. Не обязательно, ну, у меня выпала смерть, это профессиональная магия, общий все-таки вариант. Иногда может быть так, вот знаете, как тянется откуда-то, либо мужчина откуда-то взял. Либо не обязательно профессиональное, бывает так, когда так хорошо пошлют или хорошо так пожелают, что-то случается. Но вот если именно отталкиваться от карт, которые здесь лежали, это все-таки не индивидуальный расклад, то вариант сложный, и 80%, что есть влияние и воздействие. С чьей стороны, не знаю, но мужчина под хорошим таким колпаком. Четвертый вариант, что на сердце. На сердце принятие решения. Мужчина думает, еще раз понимает. Надо принять решение, нужно попросить прощения. Понимает свою вину. Так. Сложные карты. Если была какая-то ссора, то понимает свою вину, хочет загладить свою вину, потому что он будет делать все, чтобы как-то, вот каким образом, по трансформации, чтобы все изменилось. В какую сторону он хочет все изменить. Расставаться не хочет, хочет идти дальше с вами в отношениях, хочет действовать, хочет проявляться. Он видит, что он будет делать все, чтобы вы дали ему еще один шанс, чтобы вообще был шанс на развитие. Принял решение таким, знаете, холодным умом, сел, подумал, понял, что виноват сам, хочет вкладываться, хочет идти дальше. Ситуация, которая между вами произошла, которая у него на сердце, тяжелая ситуация, она послужила очень хорошим уроком. Это карта ученика, карта урока. Если что-то такое тяжелое произошло, да, связанное с болезнью, болезнью близких, если это, тут часто очень проигрывается, как что-то могло случиться с ребенком, ну, общий расклад, не люблю касаться детей, то тоже понимает, что его вина в этом есть. Здесь нужно делать выбор. Здесь нужно, если были какие-то измены, то конкретно тоже понимает, что хочет идти с вами, оставаться в этих отношениях. Боится, что вы его не простите. Пока стоит, вот видите, как на развилке стоит, не может принять решение, понимает, что не может никуда двигаться, но он хочет стабильных отношений с вами. Он хочет совместного вот как проживания с вами. Он принял решение, что он хочет вкладываться в эти отношения. Он хочет идти дальше. Он даже будет действовать по отношению к вам, потому что он видит, что есть шанс. Есть шанс. И если был какой-то косяк, связанный с любовными отношениями, с выбором,
То здесь все идет через осознание своей собственной вины. Я не люблю назвать эту карту «сам дурак». Сам накосячил, сам понял, сам признал, сам извинился. Может, и не извиниться. Тут нет конкретно, что пришел там с пажом кубков или всадником кубков, извинился. Нет. Но признал, однозначно понял свою вину, принял по пажу. Знаете, как поставил галочку, получил определенный урок. Урок был тяжелый. Он страдал, он выстрадал. Выстрадал это решение. Боится, что ничего не получится, но любит. С вами тяжело, ему очень сложно. На вопрос «любит», ну, такую женщину нельзя не любить. Сильная, достойная женщина. Карты говорят, тут тяжело ему вас любить, потому что сложный характер. Но он старается, он будет действовать, он хочет с вами долгосрочных отношений. Всадник Пентакли, он тоже готов учиться. Он даже, вот, он будет делать все, что вы ему будете говорить, потому что так эта женщина выступает, дама жезлов выступает в роли учителя. Она будет его учить. В любом случае, мужчина принял решение, осознал свою вину. Если была ссора, то сказать не вижу, что он вам прям извинится, придет, на колено упадет, но уходить от вас никуда не хочет, хочет оставаться с вами в отношениях. Решение далось ему очень-очень тяжело. По смерти тяжело. Пятый вариант. Что у загаданного человека на сердце по пятому варианту? Фантазии, страхи. Может, отдыхает просто. Сейчас посмотрим, что у него на сердце. Мечты? Нет, отдыхает. Отдыхает, мечтает, думает, фантазирует. Ой. Да, как-то редко такой пятый вариант попадает, но... Смотрите, если у мужчины в выборе, если есть вот у него какой-то выбор, давайте так, несколько вариантов. Если была какая-то любовная связь, если знаете точно, что у вас есть соперница, потому что здесь две дамы, может быть, как настоящие бывшие, может быть, просто как жена и соперница, потому что сигнификатор жены, сигнификатор соперницы, либо просто женщина земного знака зодиака, женщина воздушного знака зодиака. Но если мне выпала тройка мечей, я просто сказала, что он вас видит так, в такой двуликой, многоликой женщине. Но не ждите сейчас от него какого-то выбора, какого-то решения, вообще даже свиданий. Могу сказать, что в данный момент у мужчины нет сексуальных отношений ни с одной, ни с другой. Потому что здесь взял он тайм-аут по поводу своих любовных отношений. Вот в таком сочетании это любовные отношения. Это любовные связи, связи по дьяволу, любовного характера. Вообще взял тайм-аут, не хочет ничего, спящий рыцарь. Лег поспать, отдохнуть, ему нужно отдохнуть перед сражением, перед тяжелым выбором. Может выпивать, может отдыхать, может в таком сочетании. Однозначно сейчас находится не с женщинами. Знаете, вот это тот вариант, когда думал, потом плюнул, не хочу больше ничего, надоело. Вот отдохну, подумаю, вообще расслаблюсь, может быть, с друзьями, может быть, вообще... Занимается собой, своими личными делами какими-то, выбора делать не будет. А если точно знаете, что нет никаких любовниц, здесь просто говорит о том, что если у вас какие-то проблемы связанные, это не у вас проблемы, это у него проблемы. У него могут быть проблемы в плане секса. Вот он не хочет. В данный момент вообще ничего не хочет. Страхи по поводу своей фертильности, не знаешь, как выразиться. Ну, здесь от женщины все зависит. Да, здесь отзывается все сама. Если я просто задавала вопрос в плане секса. Если у вас есть проблемы с сексом, ну, мужчина на сердце, конкретно спящий рыцарь с дьяволом, с любовником, это когда мужчина сомневается в себе как в мужчине. У него есть страхи, иллюзии. Это один из вариантов, потому что общий расклад. То здесь такая ситуация, что все зависит от женщины. С одной женщины получается, с другой женщины не получается. Все зависит от женщины. Вот все сама своими руками, вот как заяц подняла, так сделала. Простите.
как вот женщина сразится, да, как женщина постарается, здесь карта соревнований, карта труда и карта конкретно физического воздействия женщины. Женщина сильная, женщина может. Такой вот он любовник и будет, да, по колесничьему, как она, как все получится. Но вообще у него на сердце как-то он сомневается в себе, как в мужчине. И здесь, да, может быть, как получается, не получается. Если точно нет никого, тогда могу интерпретировать, как женщину, просто он вас видит, как женщину сильную, домашнюю и неэмоциональную. Но вот больше мне идет. Если точно знаете, что нет никаких других женщин, тогда просто думает о том, что вы ему по судьбе женщина многоликая, женщина сильная, женщина в разных ипостасях. Ну, как бы она сможет, выстоит. Как вы ему идете по судьбе, как он вас... Если это ваш муж, тогда можно считывать, как ваш муж все равно считает, что вы от него никуда не уйдете, даже от того, что у вас нет секса. Никуда вы от него не денетесь. Но в любом случае, пятый вариант, у него на сердце какие-то страхи, иллюзии, переживания по поводу себя как мужчины. Может быть, у всех кого-то проиграется, у кого-то не проиграется, но здесь конкретно такой вариант. Да, однозначно не фантазия, у него страхи. У него страхи, что давно нет сексуальных отношений. Поэтому, смотрите, такой вариант может быть, если у вас ничего нет, и вы думаете, что у него кто-то есть, могу однозначно сказать, никого нет. Это такой вариант, когда нет секса, вы думаете, может, у него с кем-то другим есть? Нет, нету. Если точно знаете, что есть соперница, тогда у него все равно в любом случае нет ни с вами, ни с соперницей секса. Здесь просто мужчина даже из этого переживает. Но, знаете, если женщине очень надо, он как-то захочет, да, сможет. Но ему как таково, ему самому это нужно. Четверка пентаклей особо это и не скрывает. То есть, как в качестве подарка, знака внимания он может, но ему для этого нужно выйти из зоны комфорта. Вот есть такие мужчины, которые не совсем темпераментные. Им лучше отдохнуть, полежать. Может быть, возраст у кого-то, может быть, просто... Здесь конкретно тема секса на сердце. Тема секса, двойка пентаклей. Надо, не надо, но если тебе нужно, давай. Ну, как бы... Он особо не заморачивается по этому поводу. Пятый вариант какой-то такой. Ну, вот как вышло. Вот как получилось, так получилось. На сердце у мужчины действительно проблема. Если не ваш вариант, значит, не ваш, перезагадайте. Переживает. Вот на вопрос, есть ли проблема у мужчины в сексе, здесь зависит все от женщины. Как женщина постарается, такой секс и будет. В принципе, может быть хорошим любовником, но здесь нужно женщине как-то поднапрячься. Действительно переживает, очень много страхов, переживаний из-за сексуальной его жизни. Вот такой вариант. Всего доброго и до свидания.